Вот так вот. Огородили все нафиг, пока я сюда не ходил с конца октября 2012 года. Нафиг все огородили, вот военкомат мой замечательный. Так, Ворошиловской бывший, хорошо сказать. Все, вот. И вот граждане вот так вот мимо заборчика, по стеночке. Между ворами, бандитами за забором и вот этими преуспевающими Мосгортранс. Вот так и живем. Между вот этими ворами, бандитами и вот этими. Круто! Сейчас будет круто. Оградились. Ой, руководство Мосгортранса совсем охренело. Или кто это сделал? Неужели Собянин? Напишу на город.мост.ру. Ой, блин, концлагерь какой-то. Кошмар. С конца октября не был. Что это такое? Что нахер понастроили-то? Начало демократизации страны дальнейшее, точно. Есть заборчик. Не, правда, с конца октября не был. В любимом бару.